Ну-ка, давайте еще раз. Всем привет! Мы в движении. С таким названием летний лагерь открыл свои двери для мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 14 лет. На протяжении 3 недель ребят ждет интересная и насыщенная программа. Идем нефтьюганцам расскажут про российское движение детей и молодежи, а потом каждый сможет выбрать направление по душе. Очень много будет встреч с интересными людьми. Ребята могут воочию пообщаться. Мы, конечно же, затронули и патриотизм. Будут у нас организованы встречи с участниками СВО. Поэтому и такая увеселительная программа, и довольно-таки серьезная такая программа, где ребята могут пообщаться, задать вопросы интересующие. Лена первый раз отдыхает в этом лагере. Девочка очень любит выступать на сцене, играть в КВН и вести мероприятия, поэтому она решила остановиться на направлении культуру и искусства, создавая «Вдохновляй». Ну, мне кажется, мне будет весело. Несмотря на то, что смена довольно долгая, но мне здесь очень нравится, потому что огромное количество различных мероприятий. Также мне очень нравятся наши воспитатели, вожатые. Мне очень нравится здесь. В течение смены отряды будут соревноваться друг с другом и получать фишки движения первых. По завершению лагеря у самого активного отряда будет возможность написать послание в будущее. Его прочтут юные нефтьюганцы, которые будут отдыхать в Доме детского творчества в 2024 году. Дарья Горельцева, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск».